Вода пойдет по новым трубам. Сезон коммунальной работы набирает обороты. В этом месяце активно ведутся работы по перекладке сетей водоснабжения в поселке Захарищево и в микрорайоне Ленгасово, сообщили в водоканале. Поводом для капитального ремонта послужили высокий износ сетей, частые аварии и перепады давления. Что неудивительно, коммуникации использовали практически полвека. В общей сложности в этом году планируется заменить более 4 километров сетей в указанных районах, рассказали специалисты. Будут заменены существующие водопроводные сети, которые проложены в 60-70-х годах из стали и чугуна. Для перекладки будут применены современные материалы, полиэтиленовая труба. Плюсом заменены вся внутренняя часть по колодцам. Замена существующей фурнитуры в колодцах позволит повысить надежность эксплуатации водопроводных сетей.